С неба звезды глядят неотрывно, новорожденным желаю удачи. Я рожден под созвездием рыбы. Это что-нибудь верно? Значит, в непроглядной черноте небосклона все во власти первобытных утопий. Их открыли жрецы Вавилона в размышлениях о новом потопе. Атлантиды припомнили гибель, к небу руки воздевая сухие, и назвали созвездие рыбы, чтобы грозную задобрить стихию, и соленым, обдавая дыханием, хрупкий остов каменеющей суши, волны пенились за зыбким барханом, аравийский охватив полуостров. И не спали пастухи до рассвета, наблюдая неотрывно и небо, как входила в созвездие это золотая звезда Вифлеема. В черных тучах голубые разрывы над нахмуренным Финским заливом. Я рожден под созвездием рыбы и себя ощущаю счастливым. Беспределен океан серебристый, породивший земную природу. И крещение по латыни баптиста означает погружение в воду. Александр Городницкий, замечательный поэт, певец, бард, написал эти прекрасные стихи. А сегодня мы хотим представить очередную Олину работу «Рыба». Вещь создана с практическими целями. Мы хотели бы улучшить наш потолок в оранжерее, украсить его. И посчитали, что поскольку у нас оранжерея отчасти в морском стиле, то лучшим украшением потолка станет вот такая рыба. Рыба сделана очень красиво, ярко. Вот не знаю, насколько хорошо передает камера переливы. Очень разнообразная, как обычная игра мозаики под разными углами. Работа явно удалась. Посмотрите, какая она хороша. Отдельная. Спасибо очередному Роману, который нам помог сделать эту рыбу. В общем, всем привет, до новых встреч. Thank you.